Здравствуйте, меня зовут Вероника Лысакова, мне 24 года. Я закончила ГИТИС, курс Сергея Борисовича Проханова, закончила Гнесинку, отделение эстрадного вокала, сейчас играю в Театре Луны. И на счету около 6, даже уже 7 спектаклей. Это и драматические спектакли, и мюзиклы. Например, недавно играла Нину Заречную в мюзикле «Чайка», ставили это осенью. «Лиромания», это по «Королю Лиру», я играю Корделию. Тоже мюзикл «Губы» по роману Набокова «Камера обскура», я играю Магду. Вот, роли в основном главные и такие большие, сложные, эмоциональные, что я, конечно, очень-очень люблю. В кино я снимаюсь с детских лет. Наверное, из последних и моих таких любимых больших работ были «Палач», это 10-серийный фильм по Первому каналу, «Где живет Надежда», 4-серийный фильм по ТВЦ, где я сыграла главную роль Надежду, девицу такую, приезжающую из деревни, очень открытую, очень добрую, и попадающую в этот полный интриг московский мир. Вот, ну как-то так. Я люблю петь, пишу песни, играю на фортепиано. Ну, такая моя творческая жизнь.